Этот год прошел сложно, но мы научились побеждать коронавирус. Но не забывайте, что наша жизнь нужна не только для того, чтобы бороться с вирусами, с болезнями, со старостью, но чтобы молодеть, быть здоровыми и счастливыми. Мы вступили в новую реальность, мы вступили в 2020 году, в 2021. Нас еще больше закрыли по домам. Это не значит, что это плохо, потому что у нас появилось желание и возможность. И у нас появилась возможность заниматься духовной работой, осознать все прошлые наши ошибки. Потому что сложности жизни – это не значит, что это бьет по нашему разуму, по нашей жизни. Наоборот, сложности, они учат раскрывать свои резервы, свои таланты. Если мы будем учиться в жизни у этих сложностей, там нам увеличивают налоги, а мы учимся, как уходить. Нас ограничивают по малому бизнесу, а мы смотрим, как его еще больше расширять. То есть мы должны учиться в жизни, учиться у людей, которые нас учат. И мне кажется, это самая большая мудрость, и тогда и духовно наша жизнь она совершенно будет другая. У нас не будет вот этой борьбы с ветряными мельницами, а будет постоянно радость, и мы будем понимать, вот что происходит вокруг нас реально. Лучше.